This means we start thinking with the categories of this kind of light. Получается, за счет мышления нормируем организм и объекты внешнего мира. This means we can normalize our body or parts of some kind of this kind of reality as we think we can already normalize. Так всегда происходит, изначально всегда так было, потому что человек генерирует мышление, это он генерирует свет. При этом у человека бесконечный источник. Тело не похудеет, хоть сколько мыслей будет генерировать созидательных, бесконечный источник света. Всегда так, да? Но прибор нам, у нас развивает эту способность генерировать вот это светлое мышление. Device helps us to create this kind of bright thinking, bright future can be seen. So device helps us to achieve that level where we can think, but at the same time it goes into realization as we think. Вот при включении прибора это очень видно, это как бы зарегистрировано, что у людей очень мощно идет увеличение интенсивности излучения мысли. So then intensification of creation of a thought about eternal life happens. Но когда человек уже разовьет эту способность, да, свою же божественную, ему уже как бы прибор и не нужен будет. Это уже просто само мышление определяет состояние здоровья, состояние мира. So, but then when the person is trained enough, he doesn't need device help him to identify that light of norm. Person through his thinking will be able to shape the status of norm. И поэтому в характеристике прибора так и записано, что задача стоит нам научиться работать самостоятельно, чтобы уже и не использовать прибор. That's why in the characteristics that describe the work of a device, it says that when the person is trained enough to perform his own control, he doesn't need to have a device helping him to develop his concentrations. То есть мы видим с вами такую технику, создал Григорий Петрович, которая именно развивает вечную счастливую жизнь, создает, как бы помогает человеку. So we can see Grigory Petrovich created such technology which helps to helps person to create future he wants. И задача этого прибора уже создать целый класс, целое направление в приборостроении, когда приборы не опасны, потому что они контролируются сознанием. So the work of the device is controlled by consciousness, so it is not dangerous, so it's not going out of control. А если прибор контролируется сознанием, значит безопасность максимальная. And if the device is controlled by consciousness, then the safety is maximum. Сейчас создана программа компьютерная, которая по индивидуальным данным определяет то свечение, свет определяет той вечности, которая есть у каждого человека от рождения. Для этого просто нужны индивидуальные характеристики. So he, at the moment there are programs created that when you enter personal data of a person, then this software shows the
characteristics of light of eternal life of a person. Это форма информации, которая является сферой вечной жизни, индивидуальной, да, которая дана каждому человеку, которая у каждого человека существует от рождения, сфера его личной вечной жизни. So the sphere of a person's personal eternal life exists always. So this sphere gets intensified. The person's internal on the deepest level, his abilities get activated. Для настройки прибора Григорий Петрович вначале применял свое личное ясновидение, и когда уже это все реализовано на практике очень успешно, уже создана программа, которая определяет это излучение личной вечности и соединяет с излучением всеобщей вечности, ну как бы сбудут соединяет, да? So Grigory Petrovich used to tune each device designed for specific individuals, and now there is a program exists that can identify the light of the eternity, which is generated for the person or by the person. Это сфера вечной жизни, которая при рождении уже существует у человека, она может проявляться на участках тела, например, в районе поясничного отдела позвоночника. So this sphere actually can be seen or can be fixed on the level of spinal cord of a person. Далее свет от этой сферы проходит через тело и идет в будущее. И вот при помощи прибора у нас происходит как бы настройка. Вот прибор так настроен. Вот он соединяется, получается, этот свет со светом, который в будущем есть, вечной, всеобщей жизни. So this light of eternal life exists inside of a physical body. То есть тут уже как бы техническая такая геометрическая работа. Материя вечной жизни, которую генерирует прибор, связывается с той сферой вечной жизни, которая исходит от первичного уровня рождения человека. So then this sphere of a person which is created on his birth synchronized with this matter of eternity. То, что у человека от Бога, так как создано Богом. Прибор у нас как бы, он помогает нам, он как бы нас выравнивает, да, на вечную счастливую жизнь. Вот эта связь, она восстановлена. And this connection helps us to helps person to tune into this happy eternal life. Ну, конечно, изначально это есть у каждого человека, но программа обучения раскрывает нам этот фундаментальный уровень, что да, вот это есть, это надо воспринимать. Прибор усиливает это знание фундаментальное. Мы очень четко это удерживали в духе. So this device intensifies knowledge so we can perceive it with our spirit. Поэтому у кого нет доступа, да, к видеонаблюдению, кто не проходил еще тестирование, мы можем пройти с вами тестирование. So for that reason, for those who haven't got the access to the device,
we can do testing for you, with you. Для этого нужно будет просто предоставить свои данные, фамилия, имя, отчество и дата рождения. So for that you need to give your full name and date of birth. Очень важно, чтобы вы прошли тестирование, чтобы вы почувствовали, как это работает, для того, чтобы могли сделать вывод для себя, да, насколько усиливается концентрация вечной жизни. So, you need to go through testing to understand how concentration develops, how it helps you. For that you need to go through the testing. Итак, отдаленные системы событий всегда статичны для человека. So we said that remotely located systems of events are always located inside of a person too. Они всегда есть. Мы видим вот эту связь всегда вневременная, да? Вот теория волнового синтеза. Вот волна, она всегда в бесконечности. Все есть, все всегда существует одновременно. So, and everything in the reality exists simultaneously. Мы будем с вами знакомиться с произведениями Григория Петровича. And we will work with you on all sorts of treaties created by Grigory Grabovoi. И то, что непосредственно относится к прибору. And everything that is belongs to the subject of device. Итак, мы сейчас с вами в таком первичном приближении рассмотрели, что теория волнового синтеза доказывает бессмертие. Вот волна в бесконечности есть, внутри нас прибор генерирует. Все одновременно существует. Будущее в текущем есть. Теория волнового синтеза доказывает бессмертие. So this theory of wave synthesis proves that person can live eternally. Для реализации бессмертия необходимо в соответствии с теорией волнового синтеза. For the realization of this non-dying, it is necessary in correlation with this wave synthesis. Перевести область воспроизводства стационарной фазы реальности. So to move this area, the light from this area of a stationary phase of the events.